Ежегодно к участию в интеллектуальной олимпиаде для старшеклассников «Умницы и умники» приглашаются учащиеся 10 классов, достигшие особых успехов в изучении гуманитарных предметов. В отборочных этапах этого года приняли участие более 1000 школьников со всей Ульяновской области. Мы очень гордимся тем, что мы один из немногих регионов, который выбран лично Юрием Павловичем Вяземским для проведения регионального, ну, иными словами, отборочного этапа для участия наших ребят в интеллектуальной олимпиаде, телевизионной «Умники и умницы». 27 финалистов встретились в торжественном зале историко-мемориального центра музея Гончарова. Тема игр регионального финала этого года – Екатерина Великая и ее эпоха. Значимость выбранного исторического периода отдельно отметил в приветственном слове глава региона. Это время больших перемен во внешней и внутренней политике, которые сделали нашу Россию еще более могущественной. Готовились к интеллектуальной олимпиаде ульяновские школьники с энтузиазмом. Например, Камила Абулханова самостоятельно изучила множество литературы по теме, поэтому в финале не волновалась, а получала удовольствие от игры. Мне сегодня вопросы показались более-менее адекватными, даже такими хорошими, то есть интересными. Можно было подумать над ними. Упорный труд дал свои результаты. Камила стала абсолютным победителем «Умниц и умников». Также в тройку лучших вошли Юлия Ковалева из гимназии номер 33 и Ангелина Буянова из средней школы номер 57 Ульяновска. Как отмечает сам Юрий Вяземский, результаты ульяновских школьников его всегда удивляют. Они могут не выигрывать, а потом в следующем сезоне бах, и выиграли, а то и двое выиграли. У меня и такое бывало. Ульяновские они как наша великая страна, непредсказуемые. Но я очень на них рассчитываю, потому что это интереснейшая область. Победительницы примут участие во всероссийской телевизионной версии игры в Москве. Съемки нового сезона начнутся осенью этого года. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.